Убивает Хоми, ну Тим Тейкс Делит. И не получается ему убить зарядку, вот он вынужден отойти, но по нему, конечно же, есть инфа. Да что такое, все из рук валится. Да, вот, не делает 2 кила, вот, ну, конечно. Егор успевает запустить гранатку смерти, вот, перед тем, как стволочка не поднялась. Что-то серьезно, у Егора не пошло, мы пальчики за него скрестили. Хоми там умирает за него. Окей, посмотрим, какая позиционочка у команды Secret в этот раз. Вот, вот, это как раз то, о чем я говорил. Фишерман, вот, он настолько был уверен, что этот шар в него не попадет, и он успеет поставить хэдшот каким-то образом, что он просто даже забил, ему было лень настраивать грею пушку. Окей, сейчас он резается на сетку, собирает из силы сердца, не пошел даже шаган вниз, вот сразу помогает себе жилет, кидает посылочку, но это не помогает не выжить. Вот идет по пятам, но заряд, насколько я понимаю, еще есть. Промахивается арбалет. Не, они видят, что сзади него находится энеми. Такая же комичная ситуация. Хобби уходит за дробовиком. Видимо, будет забирать спам. Нет, пока что стоит кемпинг здесь. Собирается кого-то, видимо, захедшотить прямо на заряд. Окей. Уходит дробовика. Да. Именно. Так, окей. Они врываются в... Хватило немножко. Хоми подошел. Ну, то есть Хоми начал слишком рано, попал слишком мало. Блин, да что ж такое со всеми стунами? Вот вам, кстати говоря, школа Джерка. Понимаете, попиздели до карты немножко. Посмотрите, что с командой Егора творится. Надо срочно подобраться. Егор на свою дефолтную позицию в компу встал. Чувствуется, что он боится. Вот, мне кажется, Егор максимально хорошо играет, когда он играет развязно. Ой, какой ракет-джамп! Ты его просто подкинул, блин, это дривери, блин, лап. Вообще, я вижу, что Хоми и Егор пытаются играть против Secret, как против врагов своего уровня. Хотя, мне кажется, им надо понимать, что Хоми играет сильнее и пытаться играть по-другому. То есть, как они действуют, они пытаются точно так же, как Хоми, бегать вдвоем и рашить вдвоем. Поэтому, когда они выходят 2 на 2, то они проигрывают обычно. Вот, мне кажется, им надо пытаться по одному сыграть слишком с ней, к тому же стиль игроки времени это позволяет. Вот, но мне кажется, они пока к такой идее не пришли. Ты прав, но пару замечаний с твоего позволения. Ну, во-первых, то есть все-таки они немножко разного эшелона игроки. То есть, если у Нии и у Фишера стиль игры может меняться в зависимости от оппонента, то я не думаю, что, по крайней мере, сегодня команда Егора находится в такой форме, чтобы как бы так подстраиваться. Ну, кстати говоря, сейчас... Вот, это как бы так раз. А во-вторых, ну ничего себе комментарий. Ты говоришь, стиль игры не это позволяет. Да они вдвоем вот стоят, типа, на центре. Ты попробуй их пойти, блин, выбить, когда там вся зарядка там подстоит и так далее. Типа, не так сильно, не так уж просто. Ну, они 24 на 7. Ну, то есть, не довольно много роумов по карте. Вот как сейчас. Ну, давай посмотрим вот через минуту. Ну, вообще, да, может быть, действительно, классный джамп попытался сейчас не реализовать, если бы получилось, то это просто вообще фрагмент. Не знаю, я вообще не знаю, возможно ли это. Мне кажется, да, он так... Вот попытка была такая, как будто бы это возможно. Надо будет попробовать. Я это очень люблю, всякие джампы. Так, окей, ну не на охоте, вокруг рампы он бегает. Просто замечает. Вот опять-таки сказывается, что видно, что противники боятся Нии, потому что вот они сейчас вдвоем вышли на одного Нии. Вот, и по итогу не убили его, и оба умерли получили по отдельности. То есть не хватило уверенности там, чтобы Ну, тем временем, как бы так получилось из-за шутки перестрелять. Да, окей, посмотрим. Вот сейчас они как бы так, ну, выбили контроль. То есть сейчас они только что появились. Ну, блин, не, все с одним арбалетом и гранатами наводит шорох. Вот по стволку он кушает. Ну, и для него есть, конечно, дробовик. Фишер приходит по инфе, разменивает все и заканчивается списком. Окей, вот они вдвоем, в принципе, с главными оружиями, в принципе, кроме дробовика и гранат в этой игре, особо ничего не нужно. Все остальное это вот так вот для твоего комфорта и креатива. Есть инфа, да. Есть инфа по обоим врагам, занимает позицию. Фишер просто идет скачать зарядку. Егор тем временем делает гарбиджам.
Окей, промахивается из арбалета. Но арбалет достаточно бесшумный, поэтому сразу его заспотили. Окей, у него есть перечисли все три оружия, но совершенно нет брони и... убивает с одного выстрела, не знаю, видимо, его замазывали, либо он так попросил. Да, Фишер не попадает. Окей, Хоми делает даблкил. Вот, стоит, ждет Бакума, по нему спасается, на какое-то время он убил, да, ответочка от Сани. Окей, здорово, так. Где резко у нас команда? Так, в принципе, недалеко, так, Егор в своей дефолтной позиции, вот, они идут рашить с мидом, но Хоми уже умер. Будет ли пытаться что-то сделать соло? Пытается, получается, но у него есть еще. Блин, Хоми, ну вот, вот, ну ладно, в принципе, это не так уж плохо, но только вот ошибка, почему он нашел воду? Видно, что вот страх, понимаешь, на вот играл бы он против меня, он бы пошел, блин, за РПГ после этого, понимаешь? А он куда-то ушел, там, шкериться по подвалам. Окей, ладно, Егор, в принципе, делает легкий килл, зная, что после респа Фишер, естественно, пойдет предсказуемо на Магнум, потому что та аксиома, которую я говорил про дробовики, для Фишера работает исключительно с Магнумом. Фишер поиграл немножко в Гудини. Кстати говоря, про РПГ, кто-то его коснулся, видимо, для того, чтобы просто привлечь внимание и стянуть таким образом enemy. Не попадает Егор из РПД, каждый раз кликает, но зато попадает, блин, из игровой пушки. Хорошо, слушай, ну, 9 фрагов, такой большой отрыв. Я, конечно, ну, не то чтобы прям сильно верю, я должен быть непредвзятый, но мне как бы похуй. Вот, но все же матч достаточно интересный. То есть чувствуется, что... Ну, шансы, да, на близкую игру присутствуют. Правда, вот слишком зажато играют. Вот Егору нужно раскрепоститься, взять просто чак и его открыть, да, и вот так вот вырываться, и боком бы не хопить, и, может быть, чуть более аккуратно бы не хопить, чтобы не по прямой в него залетали все 12-13 дробинок. Ну, не великолепно тоже поймал. Она хомит. Хоми нельзя идти в профессиональный спорт, он будет бухать перед чемпионатом мира. На своей дефолтной позиции. Да, на своей дефолтной позиции погибает Фишерман. Интересно, где дефолтная позиция от Хоми? Они, мне кажется, два роума, да? Оп, да, мне тоже так кажется. Блин, ничего себе, Хоми так шотганом просто наказывает. Да, ну-ка, сейчас не попадет. Ну там за решеткой сложно, блин, плюс батареи. Егор бросил тиммейт, он должен был сейчас помогать, разменивать, пока он поджигает. Видимо, у него кончились гранаты. Я тоже, кстати, об этом не подумал, но у него все-таки не было оружия. А может быть, я и невнимательно посмотрел. Так, посмотрим, чем занимается Егор. Егор у нас... Не берет РПГ. Да, не берет РПГ. Вот, есть хорошее понимание. Ой. Так вот, через всю карту просто убил Фишера. Должны убивать. А, блин, нет, это ультимейт, Фишер не остался, ой, как неудачно. Кстати говоря, говорю про модельки. Один хп оставался. Блин, это, кстати, очень... Ну, еще есть возможность его убить, да, все-таки на ПГ не присутствует на карте. Мог бы попытаться и отбить, кстати, эту бочку. Да, вот я, тоже. Да, она просто отбивалась там и летела, ну, и в любом случае наносила сильный урон. Ты сейчас справляешься, что? Это не важно, у него есть магнум, и все. Это как бы... Он с 14 хп может сделать 28 фрагов. Он идет на помощь Егору. Зажимает. Ну, перед смертью получается все равно, естественно, большой урон нанести, Хоми. На, предсказуемо выходит, мне, конечно, такого я не прощают. Ну, и вот, как будто бы разрыв в 9 фрагов на самом деле не увеличивается. Так, снова получается Фишера, да, на магнуме приходит. Не спас магнум Фишера. Должен делать страх в этой ситуации, если вспомнил, да. Даже второй мог, ну, в принципе, плюс-минус норм. Да, это еще окей. Это дип. Но на них, конечно, такое не сработает. Нужно какие-то более изощренные коммуникативные издевательства проявлять. Ох, какой хороший выстрел. Вот это. Да, я посмотрю за Егора. Так, сейчас интересно,
будет разыгрывать нормально. Вот, типа тимплей просто взяли, скинулись на зарядочку чуть-чуть. Тем временем отрыв уже сохраняется. Слушай, ну Егор разыгрался прям чувствуется. Как, вот как он начал плохо, скажи. Да. И как вот у него прям, ну вообще игра не пошла. Сейчас у него, ну, залетает. Ну вот он... Ладно, это мои комментарии. Ой, блин, великолепный просто фраг. Два хита из-под сетки, это знаешь... Просто здравствуйте. Обидно, обидно конечно. Да, обидно, обидно. Вот именно неприятно. Вот как бы и все оружие, и позиция есть, но вот этот момент он не учел. Ну, благо, дисбанда у команды Secret не будет, потому что фишка. Ну, спокойно примерно как Будда. Всегда. Ну, вот Free Fire просто читаем, а вот видно, что по ней чувствует тоже капку. Он как-то сказал, типа, блин, сейчас бы Каверns, то есть, ну, Каверns нет. Сейчас была, а ты за кого сейчас? Давай, хоми, хоми. Смотрим, набрал примерно 100 брони, где-то 80. Сейчас должен сделать пару киллов, если не, в смысле, если не обосрется, как говорится. Егор идет добивать, но, кстати, не проявил, просто блинканулся с Каверns. Кстати говоря, если бы у игроков в HLDM были перки, да, как, не, вернее, даже не перки, а знаешь, классы как в Доте, вот ты заходишь в меню, и там есть, знаешь, типа этот нюкер, этот танк, да. Короче, вот, у Нии какой был бы перк, я думаю, вот из таких, ну не перк, а классификация вот такой, ты понял, обозначение. Не знаю, но я могу сказать, по ролям это было бы, конечно, не перри. Мне кажется, это такой, типа, вот там есть такая роль, типа, escape. Вот не очень хорошо, кстати говоря, вот он все время уходит, вот на одном, там, на двух хп его очень сложно именно добить. Я предположил, что, ну, вот, я же про классы говорю, про роли. Про ну, роли да. Я так предположил, потому что Терри, это очень реалистичная роль, где ты отжираешься 50 минут. Вот, и зачастую ходишь верно на своих тиммейтов, саппортов и так далее. Ну и вот там же у него есть саппорт Фишер. Да, Фишер определенно саппорт. То есть он так просто забирает трубу, чтобы энами, то есть ее не владел просто там, летал по карте с РПГ, да, не наносил урон никакой. Контролирует респы и стоит, в принципе, на такой позиции, где его достаточно на октагоне, допустим. Так, что по позиционке? У нас Егор забирает магну, в принципе, у него сейчас есть позиция, вот, но у него позиция получше. Синистер там, кстати. Я второй раз замечаю, что у Егора довольно плохо с коммуникацией, потому что довольно много моментов есть, где необходимы колы. То есть было время на перетяжку, на помощь, В один момент разрыв между двумя командами был 5, вот, и, по-моему, даже 4, вот. А сейчас он, ну, опять вернулся где-то 9, блин, просто зачистил, что называется. Вынес мусор. Да просто... Да, это, конечно, забавно. Ну, все же есть еще шансы на камбэк. Им всего лишь нужно, как бы, так их выбить, сделать несколько спаун-киллов, взять ПГ и поконтролировать карту. Остается 5 минут до окончания Каверns. Yeah.
На карте сейчас на самом деле происходит лютый хаос. Вот, не думает, надо его заканчивать. Вот, берет, да, берет свою, свое любимое оружие, у него находится, конечно, и первого он убивает, есть еще постволочка, в принципе, есть инфа по-другому. Будет ли он пушить? Нет, не будет пушить. Будет. Да, 20 хп решает сыграть безопасно. Окей, отходит назад карту, его выбить достаточно сложно, тем более, что магнума нету. И он, кстати говоря, заметил, скиллово, ну, побежал в сторону, ну, магнума. То есть... Ой-ой-ой, просто... Сейчас напишешь что-то, блин. Блин, мы это не увидим на трансляции, потому что вам нужно. А, ну, окей. Ну, к счастью можно. Еще один ХД. Отвлекает на себя внимание Фиш, чтобы не спокойно вышел с ХД. Не до конца его реализует, только один факт. Ох, какой Егор, красавчик, просто на мувик, вообще лучший, красавчик. Взял просто и показал, кто тут самый быстрый ковбой на Диком Западе. Отбивает бочку просто за километр, вообще фрейм перфект. Ну еще и хитует, блин, на респе чувака там аккуратно. Разрыв сокращается. Еще 3 минуты на то, чтобы отыграться. Тем временем, да, всего лишь 6 фрагов. И та теория, вот моя камбэчная, в принципе, кажется, не такой уж невозможной. Вот 7 фрагов сейчас, да, находит по инфе. Кстати говоря, мы затронул тему коммуникации. Ну, я знаю, что они вообще без связи играют. И им так комфортно. И, кстати, дома все... С Яндексом? Ты знал, кстати, что Спак это тиммейт Яндекса? Нет. Вот они так вот люди вообще всех делали. Вот, и Яндекс говорил, что они играли без инфы, типа, вообще, типа, они просто очень хорошо чувствовали друг друга и понимали, кто что делает, и... Ну, не нужна была инфа. Ну, только какие-то мейн-колы, типа, там, трубу подними максимум. Блин, не дают, вот все-таки, конечно, команда Secret... Чувствуют, что могут они камбэк, какие-то моменты просто пушат и даже бывают разменивают свои фраги. Знаешь, вот важно бывает суицидник выбить все оружие, потому что пока ты наберешь там магнум, дробовик, там что-то еще, там не дохнешь на риске при этом при всем. Вот, ну пройдет там секунд 30, это очень сильно замедляет темп. А когда ты камбэчишь, ну как бы, мало того, что в принципе команда Егора довольно темповая, да, такая, как бы, ой-ой-ой, ну все, это дисбант уж точно. Думаю, это работает в одну сторону в команде Secret. Так что он, скорее всего, все под контролем. А, 69 фрагов. Да. Почему бы это не было? Просто casual коми выходит, делает фраг на фишере. Но не, конечно, разминочку ничего не даёт. Превосходный хэдшот и добивает просто спреем. Но он еще комбо сделал. Вообще утомил, потом еще в чат написал. Не буду говорить, что, но это было. Да, пока превосходный скилл за трекинг, из СНГ стреляют. Это не АК-47. Нельзя стрелять просто. Так, ну остается 30 секунд, отрыв также 9 фрагов. Ну, я думаю, что если бы они начали так же, как продолжили, то они могли бы потягаться с ними. Достойную игру показывает команда Егора. Да. Да, уже начинаются какие-то чаты, вот, АФК и прочее. Чарта была близкой. Кстати, предыдущие две игры, которые были сыграны против Язава, там было две близких карты. Вот. Какие? Оба раза, по-моему, Overwatch. По правилам можно так играть? Типа, нет, просто... я имею в виду, два раза играли Саби с Язавой. Один раз против СФ, один раз против НИИ.
Да. Ну что, на самом деле интересная игра была. Вот, вот каверцы я насладился. Вот на октагоне я насладился безупречным просто исполнением контроля от Secret. То есть Фишер стоял на мосту, ну, на вот этом, на лифте на большом, и убивал там респы, и, в принципе, имел быстрый доступ к центру, собирал там подстволки и прочее. Ну, вы видели. Или не видели. Стрим лагерь. Ладно. Вот. Да все уже, братан.